Борис Алексеевич, Шейна нет в составе принца. Это очередная потеря? Да, получил травму. Посмотрим, насколько выбыл. А не так все серьезно, но, опять же, все зависит от докторов. А сделали МРТ, есть кое-какие повреждения, поэтому сегодня будет отсутствовать. Старченко, мне кажется, первый раз в стартовую пятерку попал. Или это очередная задумка такая, которая должна принести сегодня результат, или мера? Ну, мера, естественно, потому что и Кугрышев пока восстанавливается после травмы, а ведущие игроки с легкими травмами выбыли, поэтому ищем какие-то новые сочетания, тройки, стараемся что-то найти самое оптимальное, чтобы выиграть игру, ну, надеюсь, сработает. А игра на ноль, которая, может быть, станет уже такой хорошей для вас стабильностью, означает ли, что сегодня будете предельно аккуратно играть в собственной зоне, помогать вратарю? Ну, мы не только сегодня, мы всегда выходим, стараемся сыграть в обороне строго, надежно. Ну, и, конечно, нужно больше забивать, потому что 1-2 гола, тяжело выиграть игру. Оборона у нас на первом месте, но самое главное – подтянуть реализацию своих моментов, которые создаем, нужно забивать. Поэтому от игры к игре надеемся, что будут улучшения с этой стороны. Спасибо, удачи, спасибо огромное. Спасибо.